Сейчас трудно подсчитать, какая скважина дала миллиардную тонну. Все, наверное, по килограмму, центнеру. И все-таки первая всегда помнится. Бабушка, как ласково ее зовут здесь. 16 мая 1932 года получена была первая тонна. И вот на второй миллиард пошли башкирские нефтяники. В 44 году первую нефть дала Туймаза. И миллионы тонн Башкирии в годы Великой Отечественной тоже ковали победу. Щедрость недр Башкирии вот уже две пятилетки по 40 миллионов тонн ежегодно обогатила страну и ценным опытом. И это, очевидно, не менее важно. Нефтяники Западной Сибири, Мангышлака сейчас не раз кланяются башкирским коллегам. Мне товарищи рассказали удивительный пример. Ну, скажем, раньше воду считали врагом нефти, а вот именно башкирцы использовали воду для поддержания давления в пласте. Молодые-то вряд ли и помнят это, а ведь новая технология добычи сэкономила такие огромные средства, что их хватило на обустройство всего Туймазинского района, еще и города Октябрьского. Башкирия стала родиной многих открытий, смелых технических решений. Ну, сейчас на всех промыслах, на каждой буровой прошли митинги, собрания такие летучие в честь этого славного события получения миллиардной тонны нефти башкирской. Миллиардная тонна нефти – это очень большой труд. Многолетний труд всего славного коллектива башкирских нефтяников. Теплые слова Леонида Ильича, сказанные в адрес башкирских нефтяников, радуют нас всех. И мы должны на эту высокую оценку нашей работы сделать все, чтобы успешно завершить этот год, пятилетку, и достойно встретить 26-й съезд партии. Ну, буровики, воодушевленные поздравлением Леонида Ильича Брежнева, не только вчера и сегодня стоят на ударной вахте. Для начала, значит, в начале как раз второй миллиардной тонны нефти. И надеемся, что башкирские нефтяники не подведут, как и подводили еще до этого. Будут ударно работать.